Хамауруван, а именно мои дорогие друзья. Что я вам могу сказать? Я сегодня переехала на дачу на все лето, друзья. И могу сказать то, что я получила пятерку за экзамен. Смотрите, привет, Валера, смотрите все. У меня на обзоре сегодня 3 корочки. Чем мне нравятся эти сухарики? Так это тем, что там внутри есть еще соус вот такой. Хейнс, смотрите, как правильно функционирует Хейнс. Смотрите, с помощью соуса Хейнс мы можем бросить скуке вызов. Смотрите, друзья. Так? А мы бросаем скуке вызов, потому жить на свете без сюрпризов невозможно никому. Пусть удачи и неудачи, и полеты вверх и вниз, только так, а не иначе. Да здравствует сюрприз, сюрприз, сюрприз. Да здравствует сюрприз. Yes, friend. Так, Хейнс. Так, берем Хейнс, открываем немножко его. Как правильно открывать? Берем и открываем. Yes. Ой, вот. Он красный. Red. Красный будет по-английски red. Так, я сделала такую прическу, потому что мне очень нравится. Так, смотрите, сейчас будем дегустировать с вами сухарики. Сухарики 3 корочки со вкусом бекона. Так, смотрите, друзья, берем маленький сухарик. Yes, у меня прощуганчик новый вот тут. Зашибись, так. С корочками мы функционируем. Берем корочку. Yes. И вот так вот делаем. Смотрите, друзья. Можно как будто вот так в нос ее. Смотрите. Офигеть. Просто в шоке. Так, друзья, смотрим. Дегустируем. Окунаем корочку в Хейнс. Yes, немножечко. И пробуем, мои дорогие друзья, вот эту корочку. На мой взгляд, эти сухарики очень вкусные. Сейчас проверим на хрусткость. Так? Ну как, друзья, хрусткость? Мне кажется, хрусткость офигенно. Смотрите, как с сухариками функционирует. Так? По пятибалльной шкале сухарики просто зашибенные. Так? Смотрите, друзья, сейчас я вам покажу качество моего мостика, то, как я съем 3 сухарика. Так. Смотрим, друзья. Офигеть! Смотрите все, друзья. Вот так. Вот такой у меня мостик. Можете видеть, это сухарики действительно помогают. Смотрите, еще вам что покажу, друзья. Так. Смотрите, что еще можно сделать. Я могу сделать березку, потому что я гимнаст. Благодаря этим сухарикам. Смотрите, мои друзья. Вот так. Зашибись круто. Very good. Я очень рада, то, что съела сухариков, потому что теперь я могу съесть... Теперь я могу березку сделать. Супер. Сразу, друзья, как позировать, если вы только что сделали березку. Вот так. Супер, друзья. Как же я рада. Так, сейчас я вам еще кое-что задемонстрирую. Поскольку у меня сейчас на обзоре сухарики, сейчас нужно еще подкрепиться и стадию шпагата проверить, так? Очень вкусненько, так?
Проверяем, мои дорогие друзья. Раз, два, три, четыре. Опа! Зашибись. Вот на такой стадии находится мой замечательный шпагат. И боковой вот на такой стадии. Офигеть. Yes, of course. Так что, друзья, а знаете, чем можно подчеркнуть вкус наших замечательных сухарей? Смотрите, друзья. Вот этой замечательной жовкой Dirol X Fresh, о которой я вам уже рассказывала. Так, берем жовочку. Нет, но сначала вы почувствуйте, какой у меня запах изо рта был до того, как я вот эту жовку зажевала. И теперь жовочку пробуем. Все. Смотрите, какая альпийская свежесть. Эта жовочка помогает. Так что, friends, после сухариков... Yes, после сухариков у меня животик насыщается. Так что, friends, я вам советую покупать вот эти вот замечательные сухари, потому что они помогают жить. И вам я могу сказать всем гудбачик, ставим лайки и подписываемся. Кристаллы свежести, yes!